Я предлагаю сброситься по 1000 рублей и накрыть нормальный стол. Я предлагаю сброситься по 2000 и накрыть хороший стол. Ну, ей-богу, ну, правда, стыдно. На 23 февраля всегда хороший стол, а вот на 8 марта всегда убогий. Ну, и так. А я предлагаю скинуться вообще по 5000, накрыть богатый стол, купить хорошего вина, коньяку, ну и хорошо посидеть, а? А? Хорошо, хорошо. Решено. Сбрасываемся по 5000 рублей. Это дело. Ну что, друзья мои, хотя у нас в офисе и нет женщин, но зато есть замечательный повод. Я предлагаю выпить за 8 марта. Алла Верды, да. Предлагаю в следующем году скинуться по 10000. Ну, чтобы еще и женщины были. Прекрасно. Прекрасный тут. С 8 марта. С 8 марта всех.